ребята, наши горожане уважаемые. Да, сегодня вот у нас запись идет рабочих наших моментов. Я вот пришел в нашу студию, мои коллеги ушли, Игорь и Рома, а меня оставили и говорят, давай вот записывайся, покажи нашим горожанам, чем ты тут занимаешься, почему ты тревожишь нашу подборную. Ну, в общем, и тут рабочие моменты. Скоро приближается у нас Новый год, Рождество, и поэтому тут будут корпоративы, вот приглашают на встречу с мужской компанией. А мужской компании нужны подобающие песни, какие-то брутальные. Я сейчас работаю над новыми песнями Александра Новикова, вот, потому что для мужской компании я думаю, что пойдут именно такие песни. Вот. Ну, а если будут женщины, то, соответственно, вот у меня Виктор Долин. Это, значит, очень хорошие песни, я вот сейчас пробую. Ну, значит, вы присутствуете, вы слушаете, вы смотрите. Мои коллеги ушли, волноваться я не волнуюсь совершенно, поэтому мы, ну что, работаем, пробуем, вроде как звук ничего. Поэтому, почему я раздетый? Потому что вот, жарко здесь, потом футболки все надо менять. Я видите, как рабочий момент. Ну, поехали. Я почти на щечку. Я думаю,
хорошая песня там исполнялась замечательно. Ну вот, здесь у нас окна открыты, я немножко открываю, потому что жарко. Вот, люди ходят, я вижу людей, и когда люди идут, знаете, как для себя поешь тоже хорошо, но когда вот люди проходят, некоторые останавливаются, некоторые делают вид, что разговаривают по телефону. А в общем-то все хорошо. Поэтому нравится мне вот здесь петь. Знаете, в фильме есть, как же это, там, про певицу, которая приехала из деревни. Было открыто окно, и вот она там наяривала, умывала окна, да и пела. У нее голосина была, конечно, не такой, как у меня. Так, вот еще хорошая песня, следующая, сладкая. Но это вот я готовлю специально для женщин. Попробуем. Вошла и стихла все крикливая.
много лет назад море было жарко, а в душе хрустел мороз еще. Коль друг другу мы не первые уже, ты влепила мне губами смешное прозвище. Клювом ласточки за носом на душе. Расстанься с ней весь мир, кричал в один уехал. Она грешна, и места нет в раю, но я ее люблю. Умереть бы я, не хватит сил, но я ее любил. А локоны совью тебе петлю, но я ее люблю. А вот девочки у нас пошли, они так занимались, да? Ну вот видите, как у нас вот и фитнес. На там на втором этаже. Так что все очень хорошо. Мы эту песню я знаю уже там давно и пою ее четвертый год. Классная песня. Как сказал Шафутинский, это фантастика. Когда он первый раз услышал Нойко эту песню. Александра Нойкова. Вот я, значит, хочу еще вот такую песню. Сейчас попробуем. Вот сегодня попробовал с утра. Стараюсь. Ошибок больших не делал. А вообще, пою душу, кто-то сейчас скажет там, ну, кто имеет музыкальное образование, а это что, да он не умеет. А вот я посмотрел голос, допустим, вот, когда он с пятницы был голос, сидит Шнуров, какой-то, значит, потом Меладзе, Гагарина и Сюткин. Я болею, кстати, за Сюткина, потому что они на него наезжают, говорят, что он старый. Нет, Сюткин молодец, и команда Сюткина должна быть одна из лучших. Так вот, им не нужно прочтение вот это музыкальное, что ты попадал все время в одну ноту, шло, как учили в музыкальной школе, в музыкальном училище. Не надо напеть душой, надо петь сердцем. Я выбираю песни, которые прошли через мое сердце. Если у меня ноги пляшут, значит, я выбираю эту песню. Если у меня слеза покатилась, значит, это песня из моего репертуара. Ну, женщина ходит, слушает, ну, там, что я там говорю, ну, ладно. Итак, попробуем песню. Yeah.
такая брутальная, поэтому... Ну, а сейчас еще одна песня Новикова, вот я тоже, мне она понравилась. Там еще одна есть, но там немножко текст есенинский не совсем ложится, я не могу петь такие песни. Вернее, я могу, но что-то там не получается. Итак, попробуем. Называется песня «Вы уезжаете». Под гитару вообще она звучит лучше, ну, нет гитары, но минусовочку запускаем. Пошел поезд. Сейчас.
Я вернусь, я воскрес.
Все песни какие-то такие грустные. Песня называется «Вьюга». Попробуем. Вот тут идет разметка голоса, не разметка, а тренировка голоса. Jesus.
как-то так примерно. Большое спасибо молодежному центру, потому что выдают такую аппаратуру, американскую аппаратуру, и вот она очень-то хорошо звучит. Мне так нравится она. Получается, голос как в храме. Я вчера ездил на концерт, не на концерт, а на постановку Московского театра «Ромео и Джульетта». Я, конечно, там послушал, вот тоже, вот как они, вот эти эффекты идут. Вот, там шпица была в роли Джульетты. Ну, впечатлило меня. Так вот я говорю, что вот это вот как раз аппаратура, это такое дело мощное. Это 50% успеха. Не зря такие группы великие, да, вот они там роли не едут, там 20 грузовиков аппаратуры везут, и обслуживающий персонал целый полк. Конечно, аппаратура — это великое дело. И вот большое спасибо молодежному центру за то, что ребята меня пускают сюда, я здесь вот так вот спокойно работаю. Ну, сейчас у меня уже пошел там больше полутора часов. Обычно я поехал полтора часа. Почему я закрываю ухо? Может, кто-то скажет, что он там. Мне, помню, как-то Рафаэль сказал, ты что, косишь под Лепса? Я говорю, нет, я под Лепса не кашу. Просто я, когда вот так вот руку держишь, ты себя слышишь очень хорошо. Тут немножко, потому что, вот, видели, у профессиональных певцов, у них там многих, кстати, у Лепса, по-моему, нет. У них вот здесь наушники есть, такой специальный, в ухо вставляется, они себя хорошо очень слышат. Не как мониторная колонка. Я слышу вот так, а ладошки отражаются у меня, ну так и будет. Поэтому я вот сейчас руку. Это мне мешает, иногда я даже музыку теряю. Поэтому, а у меня уже привычка такая, раз, вот рука сюда, как честь отдается, вот, левой рукой, да, ну ладно. Так, ну что, мы дальше поехали, да? Вот идет у нас дальше песня. Так, вот я помню, как я заработал 5 евро. Подходит ко мне, говорит, слушай, исполни песню такую-то такую-то. Я говорю, так у меня нет такой песни. Ну давай, там, танцевать хочется. Мне было очень стыдно. Деньги он, конечно, не оставил, но я когда приехал, я эту песню выучил обязательно. Поэтому песня у меня вот. А я сейчас вам спою песню другую. Мне тут, пока тут найдешь, увидишь, как тут шаришься. Все нормально у нас? Все хорошо. А то я все переживаю, потому что у нас здесь...
городского управления не приходят записываться. И поэтому, значит, я вижу, если кто-то лучше не стоит, значит, нужно уходить под дорогу. Поэтому я вот так немножко переживаю. Ну, сейчас вроде все нормально. Так, попробуем мы Василевского спеть. Думают, где я ездил, там в эфире, как мне говорят. Ты же караоке. Караоке — это когда
повеселее, наверное, можно спеть, да? Потому что наши телезрители скажут, что он тут все гнет, гнет, он какие-то грустные песни. Вот, да? Поэтому надо что-то повеселее. Сейчас. Я прощался с любимым, и на лете не трогал, скажу.